Друзья, всем привет! Всем доброе утро! Так, время 10:30. Ну, вчера не снимала, друзья. Некогда было. В общем, с дороги и опять в дорогу. Ночами не высыпаюсь. Вид у меня не очень, так что не обессудьте. Еще у меня глаз болит. Выносила Золу. Был сильный ветер и дунуло прямо в глаза. И сюда что-то попало. В общем, это было позавчера. Ночь не проморгалась ничего. Вот режет, вот глаз режет. Вчера я ездила в поликлинику и попросилась в глазной, ну, как с острой болью. Мне там она что-то вытащила, говорит это. Что-то соринка какая-то была. Но видно, не все. Что-то осталось. Но сразу-то она мне лидокаином, лидокаином, наверное, капнула. Кажется, так хорошо. А потом чувствую, что еще что-то есть. Ну, не знаю, буду капать каплями, может, пройдет. Мешает, но так сказать, терпимо. А то прям кирпижа не было, глаз красный. Ну, ладно. Друзья, у меня мясо уже устало лежать в холодильнике. Я его еще достала позавчера. И думала, вчера буду видео снимать, и я его прокручу, все это. Но нет, я уезжала весь день, я просидела в поликлинике весь день. Я ездила по поводу Вовы, в общем, долго там была и приехала уже поздно. Я такая уставшая, в общем, мне было не до видео. Вот. И ночь сегодня и тоже вот так вот спишь урывками. Температура не спадает у Вовы, 38,3 было 3:30. Таблетку выпили, утром 37. И 4, и к вечеру она опять поднимается. В общем, я антибиотики уже прокалываю. Что-то никак она не... Ну, не уходит совсем температура почему-то. Вот. Ой, друзья, я на обед хочу. Сейчас мясо перекручу, да. И тут и фарш у меня еще есть. Сейчас все вместе соединю. Сало я здесь тоже нарезала. Нарезала сальца. В общем, все вместе соединю. В обед спрашиваю Вову, ну что сварить, ну что, что ты будешь кушать? Ничего не хочет, ничего. Я говорю, давай я тебе это, просто легкий суп, фарш, с фаршиком, просто, знаете, даже колобки делать не буду. Прямо вот так вот набросаю его, жиденький, может быть, покушать немножко. Ну, чуть-чуть, может, лапшички, чуть-чуть лапшички брошу. Вот такой легкий супчик. Для себя я не хочу ничего готовить отдельно. В общем, не хочу для себя ничего готовить. Вот. Ну все, сейчас достану мясорубку, нарежу мясо, нарежу его. Погода у нас какая? Вчера было тепло, плюсовая, в общем. И ночью была плюсовая, и дождик шел, снег сильно сел. Знаете, кое-где даже земля. Но сегодня уже похолодание. На дорогах катушка страшная. Ходить вообще опасно. Так что, друзья, без надобности не выходите из дома. Это вообще можно травму получить. Вот так вот идешь, вот так вот перебираешься. Очень, как сказать, сложно ходить. Очень сложно. Вот такая погода. Печку протопила. Знаете, топлю хорошо. Вова все время мерзнет. Я подтапливаю. Здесь в кухне прям жарко. Ну, топлю. Вот такие, друзья, дела. В общем, нигде и не бываю. Дом, больница. Да, больница, дом. Туда-сюда езжу. Делать. Так, Тиша, где ты есть? Тишка, вы знаете, мороз был на улице, ой, это самое, просился. На улице тепло, не идет ни в какую. Нагулялся, видно, уже все, перегулялись. Сидит в доме, где чего услышит, бежит бегом. Так, что еще хотела сказать? Я занесла землю. Да уже давно занесла. Уже она нагрелась у меня. В общем, я сегодня взяла ее, просеяла.
чтобы не было сильных комков. И завтра, друзья, я посею этот лук экзибишн. Небольшая такая, я потом вам покажу, чем я его посею. Небольшая у меня посудина. Хотела не сеять уже, думаю, господи, своего луку полно. Ну, раз уж купила, надо посеять. Ой, так что. Ох, Тишка, сегодня тебе много. Много еды тебе сегодня. Земля у нас, у меня нет покупной, я же готовила с осени. Таскала землю с леса, тут у себя кое-где, знаете, все вот так перемешала. Но земля у нас тяжелая. Такая, знаете, тяжелая. Ну, солонец. Солончаковая земля. Ну, удобряем, так-то все растет все равно. Всякими правдами и неправдами выращиваем. Можно купить мешочек магазинной, добавлять, разбавлять ее. Помидоры я сеять буду еще не скоро. Где-то, не знаю, в конце марта, наверное. Потому что у нас теплиц нет. О, Господи, прилипла. У нас теплиц нет, и мы все садим сразу в открытый грунт. Вот. Поэтому 2,5 месяца отчитываешь, примерно высаживаем в июне месяце в грунт, ну, до середины июня, с 15 числа, вот назад отчитываешь 2,5 месяца, и можно сеять. Ну, и там, если 3-4 кустика таких пораньше, чтобы пораньше были помидорки, можно посадить пораньше. Но у нас все перерастает. Вот все перерастает, все вытягивается. Если рано посадишь, то пока его в землю воткнешь, оно вырастет так вот на полметра. Поэтому рассада тогда очень болеет. И мы в Сибири не торопимся сильно рано сеять. Цветы также. Петунии, что я пересаживала, кто смотрел. Они, знаете, принялись и уже в рост пошли. Пошли в рост. Такие лохматенькие. Тоже вам потом покажу. В общем, надо весь куст потом обрезать. Он зацвел у меня. Обрезать и пускай эти пустить опять. Можно их прирастить. А там полезли вот такие, вот молоденькие. Тут уже можно потом, наверное, в землю посадить весной. В общем, одним цветом у меня петунья. Как же она называется-то, господи? Как же называется? В общем, друзья, я ничего не помню. Как что называется? Тайгал или... Есть такое? Нет? Тайдал, друзья. Тайдал, по-моему. Да. Не запоминаю я название. Красивая, красивая. Какая она? Так, все, сейчас я достану мясорубку. О, Тишки сегодня объедение. Целую кучу уже ему наложила. Достану мясорубочку. Все это дело перекручу. И все. Уже буду без вас, чтобы не шуметь. И вас не отвлекать. Все, я перекрутила, этот оставила, приправила. И, наверное, сейчас сделаю тесто на пельмени. Вечерами буду пельменьки лепить. Ну и на супчик заскладим. А это вот свежий. Я его засунула в мешочек. Сейчас положу в морозилку. Что у меня как попало получился. Ладно, все так. Этот морозилку. Так, это пусть стоит. Ой. Тесто сейчас приготовлю. На пельменьки. Можно даже чебуречек.
жарить. Три вот таких сита возьму, хватит на порцию. Потом выйдем на улицу, покажу вам, как у нас все растаяло, как сел снег и начали вытаивать всякая чернота. Все некрасивое вылазить наружу. Кажется, с осени все прибираешь, прибираешь. Вилкой буду размешивать. Вначале вилкой, потом руками. Ничего, друзья, с этой чашки не делается. Она, как сказать, я в ней хлеб замешивала. Она, ну, говорили, что она там цвет поменяет. Да нет, вроде бы все нормально. Вроде бы все нормально. Так, ну и эту последнюю выдам. А там буду смотреть. Буду вымешивать, и будет видно, надо еще. Наверное, не надо все уже. Буду собирать его. Вот мои петуньки. Они уже, видите, стали кудрявиться. Никаких подсветок здесь нету, ничего здесь нету. Он уже маленький, из-под пазух. Вылазит маленький он. Вчера поковыряла немножко землю им. Один вот не принялся. Какой-то слабенький был, хиленький. Ну, пускай стоит, я вот буду пересаживать. В общем, вот эти надо все обрезать. Вот эти вот. И вот эти вот. Цветет и жалко врезать. А эти вот молоденькие пошли. Эти пускай. Ну, эти обрежу, конечно. В воду поставлю, пускай укореняются. Просили, здесь у меня деревенские возьмут. И все. Этот вообще рано-рано садила. Он все сидел, сидел на месте. Вот сейчас тронулся тоже. Ой, сколько сразу от них земли, сколько от них это мусора. Ну и вот земля, друзья, вот в такой высокой такой, как ее называют, формочке, да? Здесь у меня будет лук. Земля, конечно, ну, такая тяжеловастая, конечно, земля. Но я ее просеяла. В общем, завтра пятница, завтра женский день. Я все делаю в женские дни. Календари никакие я не соблюдаю. Ни на какие эти я не смотрю. В общем, завтра женский день, и в женский день я посею лук. В общем, весна красна, но уже холодает. То капала, капала, капала. Видите, тут лужа такая была. Я метлой все это сметала, эту лужу. Уже подмерзает. Так. Сколько здесь градусов? Вот видите, что? Градуса у нас. Плюс 4. А, наверное, просто стаяла. Ну-ка, с крыши. Да, конечно. Смотрите, друзья. Крыша-то вся стаяла. Поэтому мало и капает. Вот так. Но к вечеру, наверное, заморозок будет. Ветер такой приличный. Там вот на углу лужи. Уже землю видать. Фундамент весь оголился. В общем, снег сильно подсел. О. Ой, а фундамент весь разваливается уже весь. Грядки мои уже вытаивают. Ой, ходить-то опасно. Видите? Так сел снег. Его и так было мало. Калитка уже можно... Нет, она еще не закроется. Пристыла это.
Уже скоро и калитку можно будет закрывать. Вчера дорогу почистили. Снег же шел. Прочистили дорогу. В общем, дорога чистая. Да, весной пахнет. Зола тоже вот, как-то ее сметает, и снег съедается после золы. В деревне никого не видать. Никого. Ладно, надо с ветра уходить. Прям сильный ветер. Ну, сейчас вот замерзнет и будет катушка. Вообще будет катушка. Дружок где-то в будку спрятался. Ой. Вот такая погода у нас. То тепло, то мороз. Да, встала. Здесь тоже ветер прямо в лицо. Вроде бы и тепло на улице, а ветер все равно прохладный. Пойду в дом. Чтобы меня тут не сдуло. Завершать буду свое видео. Видео небольшое, но хоть понемногу буду снимать. Вот. Всем здоровья, всем всего хорошего. Всем будьте здоровы. Всем пока.